Господа, и снова всем привет, и в сегодняшнем нашем видео мы сделаем такую интересную самоделку. Абразивный валик, точильный валик. И для этого нам пригодится вот такая пластиковая трубка. Вот такая полдюймовая пластиковая труба. И с нее мы будем делать абразивный валик. И этот валик нам пригодится в гараже. То есть им можно будет поточить нож, что-то где-то подвести, какую-то детальку железную или по дереву, то есть деревянную детальку. То есть в гараже нам это пригодится. И эта самоделка, это полезная. Так что, ребят, если вам интересно это видео, то давайте смотреть его дальше. Thank you.
Ну что, друзья, вот такая у нас насадка получилась для точения ножей, любых деталей, короче. То есть можно любую деталь проточить, что-то лишнее убрать. Вот с помощью такой насадки. Из пластиковой простой трубы полдюймовой. Давайте испытаем ее. Ну что, ребят, неплохой у нас заточной абразивный вальт получился вот с такой вот ПВХ-трубки. То есть, если вам, ребят, понравилась идея и самоделка, то не забываем ставить лайки, подписываться на канал, делиться видео с друзьями. И самое главное, под видео жать колокольчик. Ну все, всем до новых встреч!